Всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. У нас сегодня с Милашей это третья проба снять видео. Наша говорит четвертая, у нас третья, по-моему. Мне у нас никак не получается сегодня видео, так что Милаш... Так, что мы сегодня делаем? Франжипан. Обычно, что такое франжипан? Это смесь масла, сахара, яиц и миндальной муки. Это обычно начинка для песочных тарт. Но песочные тарты и так жирные по себе. Плюс сама масса это калорийная. Поэтому мы идем другим путем. Это не наш метод. Нам надо не сильно жирное, но ароматное. Так, форму Милаша смазала маслом оливковым. И теперь мы выкладываем слои тестофила. Тестофила очень такой. Сейчас появилась в магазинах замечательная тестофила. Продается там, где слоеное тесто. Так. Милаша, смотрите, обычно листы смазывают или как в баннице сырной начинкой, или маслом. Но мы пошли другим путем. Мы брызгаем просто водой. Милаш, давай. Хорошей очищенной водой. Вот тут еще немножко. Вот так. А я ложу тесто фила. Аккуратно, но быстро. Оно быстро засыхает, поэтому надо работать очень быстро. Так, рассказываем дальше. По этому принципу я делала яблочный пирог. Он теперь фаворит на моей кухне. Но сегодня мне захотелось приготовить именно франжипан. Потому что Милаша ни разу его не пробовала. Так, давай, Милаша, брызгай. Это вкусно. Вот тут немного. Подойди чуть-чуть ближе. Это вот так, ага. Это вкусно, это просто. Как всегда на моей кухне. Подписывайтесь на наш канал с Милашей. Вещи. Слышали, что говорит ребенок? Что бабушка у него готовит полезные вещи. Я тоже так думаю. Так, сворачиваем еще лист. Здесь у меня было пол пачки теста. Это 200 грамм. Сворачиваем. Не забывайте подписываться. Впереди много всего интересного. Я думаю, что с моей кухней вы будете чувствовать себя хорошо, бодро. Так, Милаш, водичку. Так, все, брызгаем водичкой. Дальше. Сейчас здесь у меня можно на этом этапе добавить фрукты. Можно добавить варенье, джем. Что в вашей душе. Но у меня сегодня это сыр. 200 грамм творожного сыра из кефира. Я добавила 5 грамм ванильного сахара и 50 грамм сахара. Все. Теперь Милаша, вот так смотри. Распредели по всей массе. На. Милаша распределяет. А я займусь именно франжипаном. Вот. Что такое франжипан? Смесь 100 грамм масла, 100 грамм сахара, 2 яйца и 100 грамм миндально. А? Все, все размазывай, Милаша. Полностью. Все вот так. Выложи полностью всю и тоненьким слоем распредели. Хорошо, давай тебе помогу. Все, а ты просто распредели тоненьким слоем по всей поверхности. Так, продолжаем. Масло и сахар разбиваем в красивую, пышную пену. А Милаша продолжает творожную массу. Взбиваем аккуратно. Не, края не надо, Милаш, не надо края трогать. Только середину. Значит, теперь края прилипнут. Должен быть краешек вот так остаться. Края трогать не надо. Все. Все, взбиваем масло с сахаром. По одному добавляем яйца и миндальную муку. Взбиваем минут 5. До красивой пышной массы. Выпекаем.
при температуре 170, где-то 180 это предел градусов, без обдува. Мелочь, высыпай мне яйцо. Все, убирай мисочку, унеси. Убирай мисочку. Так, добавляем 100 грамм миндальной муки. Размешиваем наше тесто. Наш франжипан готов. Распределяем по поверхности нашего пирога. А Мелочь, сейчас смажешь краёчки. Вот почему надо было здесь оставлять край теста? Что мы сейчас его смажем маслом. Распределяем наш франжипан по тесту сверху творожной начинки. Края смазать, я же тебе сказала, Милаш, края смазать маслом. Почему надо было, видишь, края ставить? Ну ладно. Смазывай тихонечко, сейчас я тут смажу. А ты смазывай края маслом. Так, давай, у меня сейчас быстрее чуть надо делать. Так. Все, и ставим выпекаться. 170 градусов. В зависимости от вашей духовки, 30-40 минут. Прошло 30 минут. Вот наш красавец пирог. Хрустящее тесто, мягкая начинка. Сейчас мы с вами разрежем, посмотрим, что у нас получилось. Запах. Сейчас понюхаем. Посмотрите, какая красота. Смотри, какое хрустящее тесто Фило. Посмотрите, тонкое тесто Фило, творожная начинка. Мы сейчас с Милашей попробуем. И снимем пробу, да? Шатается. Посмотрите, какая это красота. У нас просто он еще горячий. Нежная, сочная. И теплая. Попробуй. Это очень вкусно. Просто вкусно и ароматно. Подписывайтесь на мой канал. Готовим с Эллой Ивановой и Миланой Ивановой. И тогда у вас всегда будет отличный результат. У нас это просто, это вкусно, это быстро, оригинально. Из самых простых продуктов вы приготовите такое удивительное блюдо. Приятного аппетита!